А ты где-нибудь, кроме школы, учился? Обижаешь. Институт закончил. Мама хотела, чтобы я получил высшее образование. Я этого не понимаю, но подумал, что меня наименее бесит, и выбрал педагогический. Вот. То есть у тебя есть диплом, но при этом ты играешь на улице? Это странно. Да нет, странно, когда мои друзья, у которых такой же диплом, продают, например, машины. Музыка — это все-таки не продавать машины. От пиццы ты зря отказалась. Очень вкусная была. А если бы мы ее стащили? Ой. Этого еще не хватало. Оперативник сбегает, не оплатив счет. Я представляю лицо твоего отца, если бы он это увидел. Кстати, я как поняла, у вас не очень отношения, да? Оля, у меня к тебе просьба. Если не хочешь испортить настроение, то не называй этого человека моим отцом, хорошо? Ладно. Пойдем? Пойдем. Слушай, как поздно, мы закончили. Мне еще детей в школу собирать. Собирай. Удачи. Пока. Олег, подожди. Чего? У меня к тебе один вопрос. Слушаю внимательно. У нас с мужем скоро годовщина свадьбы. Так. Может, подскажешь, что ему подарить? А я здесь каким боком? Это ж твой муж, а не мой. Ну, в смысле… Поняла. Я вообще-то тебя совета спрашиваю. И делаю это не так часто, если ты заметил. Хорошо. Мужикам обычно чего им не хватает? Ну, чего-нибудь из инструмента. Я не знаю, подари ему набор инструментов в чемоданчике, знаешь, фирменный такой. Или дрель крутую, с наворотами. Вау, точно. Как я сама не догадалась. Подожди, только я ничего в этом не понимаю вообще. Может, ты мне поможешь? Ласточкина, я тебя умоляю, пожалуйста, давай не сегодня, а? Ну, хорошо, тогда завтра. Вот и ладушки. Садись. О, спасибо. Ну все, до завтра. Пока. Ага. Так, а почему вы не спите, а? Время видели? Почти 12. А мы тебя решили дождаться. А папа где? Спит. Он нам сказал, что у него плохое настроение. Пусть скажет, кто его обидел. И Юджин его укусит. Ой, Гриша, если бы я знала, кто его обидел, я бы сама укусила этого человека. Так, давайте, идемте спать. Мам, можно еще 5 минут? Только 5. Знаете ли вы, что молния может быть длиной до 16 километров? Здрасте. Прошу прощения, а вам последнее время случайно не приносили бюджетный смартфон с гербом Советского Союза на задней панели? Да, вчера. А можно посмотрю? А что у вас, украли его? Ну, не у меня. Понял. Этот? То, что нужно. Поверить не могу, что у твоего мужа шуруповерта нет. Ну вот нет. Уточнила еще специально. Ну ладно. Это не мое дело. Вот именно. Олег. Ай. Оля сказала, что у тебя сын есть. Оля Кострова много разговаривает. А много надо работать. Так вот ей можешь и передать. Почему вы с ним не общаетесь? Ласточкина, дорогая, ну ты, как всегда, все перепутала. Я здесь для того, чтобы помочь выбрать подарок для твоего мужа. Если бы я знал, что ты собираешься обсуждать со мной мою семейную жизнь, которая осталась, между прочим, в далеком-далеком прошлом, я бы остался у себя в кабинете, понимаешь? Ладно, извини. Ничего. О, погоди. Вот это вроде хорошее. Ну-ка. Хорошо, если ты говоришь. Погоди, а сколько скоростей?
извини. Ничего страшного. Ну, поехали. За счастье в личной жизни. Здравствуйте. Мне нужен Гарик. Я Гарик. Чем могу служить? Телефон вчера продавали? Я. Сама лично. Стойте здесь, никуда не уходите. А мы никуда не собирались. Еще? Давай, давай. Ну, не стой. Давай. Поехали. Давай. Привет, это Кострова. Мне нужна машина. Тело в Следственный комитет доставить. Угу. Хорошо, пошла. Вы считаете, что это мое? А вы сомневаетесь в наших словах? Ну, кто я такой, чтобы сомневаться в ваших словах? Но я хочу, чтобы вы понимали, что перед вами сидит глубоко несчастный и ни в чем не виноват человек. Получай хотя бы по 100 рублей каждый раз, когда такое слышу. Я бы уж давно новой квартирой обзавелся. Друг мой, этот телефон – важная улика. И в ваших интересах сейчас как можно быстрее вспомнить, откуда он у вас вчера появился. В противном случае вам гарантированы крупные неприятности. Неприятности. Но вы требуете от меня невозможного. Ну, может, у вас есть догадки, откуда у вас этот телефон? Догадок нет, но есть место. Я его называю местом силы. Что еще за место силы? Место, которое приносит мне удачу. Здрасте. Ой, напугала. Yes. Если долго мучиться, все у нас получится. Так, что мы имеем? Это у нас ключи от машины Егорова, которые пропали. Спасибо за находку, товарищ младший лейтенант. Валялись, между прочим, в той же самой помойке, в которой Гарик нашел телефон Василия Левакова. Поскольку помойка находится в 3 минутах ходьбы от дома убиенных, можно с уверенностью сказать, что попали оба этих предмета на помойку, она же место силы, одновременно. Парируй. Получается, есть вариант, где дядю Васю убил Гарик. Потом забрал деньги, телефон, ключи от машины. Допустим, думал, что машина стоит во дворе, но открыть ее не смог, так как там установлена секретка. Ну, а телефон сдал в ломбард. Меня больше интересует, каким образом ключи от машины Егорова очутились у Левакова. Ну, то есть вы хотите сказать, что это Леваков убил Егорова? Не исключено. А чё же он тогда за твою визитку схватился? Сдаться хотел в разгар пьянки? Несостыковочка у нас. Позвоню-ка я нашей рыженькой. У нее ум аналитический. Может, она разберется в этом винегрете. Так значит, Леваков знал, кто убийца. И, возможно, ключ от машины Егорова Леваков забрал именно убийцы. Так, если мне память не изменяет, он, кажется, чинит сантехнику в этом доме. Ага, ну, значит, нужно найти, в какие квартиры Леваков заходил после смерти Егорова. Пожалуйста. Так, ну что, поехали? Дети? А где папа? Наверху. Думает, что цветы недостаточно свежие. А. Так, смотрите, что я ему купила. А, класс? Да. А что это? Шуруповерт. А, да, мне один очень хороший человек порекомендовал. Я, знаете что, сюда его спрячу, вы никому не говорите, хорошо? Хорошо. Так. Как он вообще? Как настроение? Лучше. Лучше? Да. Ну, хорошо.
Привет. Привет. Напугала меня. Ой, я просто хотела поздороваться, прости. Как твой день прошел? Да как обычно. Устал, как собака, не успел ничего. Сижу, думаю, сейчас у меня в морозильнике пельмени остались или за шаурмой поехать. Ой, какой унылый у тебя меню. Я приглашаю тебя на ужин. В смысле? Ну, накормлю тебя просто человеческим ужином. Должна же я тебя хоть как-то отблагодарить. Ну, как неудобно тебя объедать-то. Ой, за это не переживай. У меня после бывшего осталась дурацкая привычка много готовить. Ладно. Раз так, я согласен. Спасибо бывшему за дурацкую привычку. Дорогой, с праздником. С праздником? С каким праздником? Ну как? 15 лет назад в этот день у нас была свадьба. Серьезно? Угу. Разве мы зимой поженились? Ну да, было холодно. А, да, точно. Точно, зима. Прости меня. Хотя ты что, мне не знаешь... Я про твой день рождения каждый раз забываю. Ну да. Ничего не понимаю. Я же несколько дней назад сама слышала, как ты по телефону обсуждал какой-то юбилей. Это шефу через неделю исполнится 60. Будет большой праздник, мне поручили все организовать. А я думала, что ты про нас. Прости, пожалуйста. Да ничего страшного. Зато теперь у тебя есть шуруповерт, да? Ладно, давай быстрее на завтрак спускайся, а то Вера будет ругаться. Господи. Кострова, знаешь, о чем я сейчас думаю? Не представляю, Олег Михайлович. Каким образом можно раскрыть преступление, одновременно разглядывая на телефоне фоточки своего молодого человека? Откуда вы знаете, что я разглядываю? Вам оттуда не видно? А мне не видно, да. Я по твоей идиотской улыбке догадался. Подумаешь, отвлеклась на минутку. Заведите себе тоже подружку, она вам будет фоточки слать. Хо-хо-хо-хо! Кострова, ты что, правда думаешь, настолько повзрослела, что можешь мне советы давать? А что, нельзя? Да на здоровье. Ну, позволь, тогда и я тебе совет дам. Вот это телефон Василия Левакова. Наши эксперты с ним уже поработали, выяснили удивительную вещь. Дядя Вася, несмотря на всю свою репутацию, тем не менее в телефоне имел приложение, в которое записывал все свои текущие дела. Бытовые заметки. Такой продвинутый, я понимаю, не скажешь. Не скажешь. Таким образом, алкоголики пытаются защитить себя от окружающего их хаоса. Благодаря этим заметочкам выяснилось следующее. Уже после убийства Валерия Егорова дядя Вася побывал в двух квартирах этого дома. Номера квартир 584 и 575 соответственно. Если прислушаться к нашей золотокудрой Ласточкиной, вполне может быть, что дядя Вася нашел ключи от машины Егорова в одной из этих квартир. Ну и убийцу, соответственно. Так надо поехать узнать. Удивительно. Удивительно слышать от тебя столь здравую мысль. Я, кстати, собирался тебе предложить то же самое. Боялся от важных дел отвлечь. Вы поедете со мной? Поеду. Куда деваться? Оставайся, я сам. Да подождите, подождите. Вероника, здравствуйте. Это мой коллега Олег Юрченко. Добрый день. Здравствуйте. А почему шептом? Что-то случилось? Да нет, муж пришел с работы, отдыхает. Мы быстро. Вероника, вы же знакомы с Василием Леваковым, местным сантехником? Дядей Васей?
Ну, конечно. Он у вас был недавно, не подскажете, по какому поводу? Так, гофру на унитазе чинил. И все? Ну да, сделал, ушел, и я ему деньги на карту перевела. А какое это имеет значение? Ну, то, что деньги на карту никакого. Извините, пожалуйста, если у вас все, то могу я вас попросить? Просто серьезно, у меня муж такой раздражительный. Угу. Вам-то он ничего не скажет, а мне потом целый день-то слушать. Конечно. Вероника, а можно у вас попросить стакан воды мне таблетку запить? Конечно, да. Конечно. Ой, напугали меня. Я бы принесла. Прошу прощения, я просто хотела еще раз на вашу кухню посмотреть. Мы просто с мамой ремонт наконец собрались сделать. И вот подсматриваю идеи. Воды? А, сейчас. Ты что здесь забыл? Привет. Разбудили тебя все-таки. В одной тапке пока походишь. А эту я на экспертизу заберу. Ага. Че, фетишист, что ли? Не, хуже. Мент. Неужели же я в другой сумке их оставил? Вот дурында. Мне ж доктор русским языком сказал, прием 3 раза в день. Ну, а что за таблетки? Может, у меня есть? Да вряд ли они редкие. Хотя... Да нет, давайте просто воды попью. Мы будем хорошими мальчиками. Мы будем хорошо себя вести. Да! Я не слышу. Да, допустите! Здравствуй, отпустили тебя? Привет, под подписку. Поздравляю. Бери паспорт, пойдешь со мной. В ЗАГС, что ли? В ЗАГС. Лиза Егорова тебя ждет. Серьезно? Нет, конечно, понятым будешь. Ладно, сейчас паспорт принесу. Сергей Алексеевич. Только что закончился обыск в вашей квартире, и эксперты нашли значительное количество крови в прихожей и в комнате. Чья это кровь, пока не установили, но у меня есть предположение, что это кровь Валерия Егорова. Имеются какие-нибудь комментарии по поводу вышесказанного? Ну, что ты молчишь-то? Только себе хуже делаешь. Наталья Павловна, сдается мне случай тяжелый, непоправимый. Зря только время теряем. Забирайте клиента. Угу. Вот молчу. Вероника, в первую очередь хочу вас предупредить, что по закону вы имеете право отказаться от дачи показаний, потому что они могут быть использованы против вашего мужа. А мне хотелось бы к этому добавить, что на данный момент ваш муж обвиняется в убийстве 2 человек и нападении на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Если мы это докажем, а мы это обязательно докажем, то, что у вашего мужа кровь Егорова только что из носа не течет, уедет ваш альфа-самец в тайгу лес рубить лет на 25, а вы дальше сами решаете, нужен вам такой кадр или нет. Олег Михайлович. Наталья Павловна, я просто хочу прояснить ситуацию, объяснить Веронике, на каком свете она очутилась буквально несколько часов назад. А то вдруг она считает, что у нее все хорошо. Я уверена, что не считает. Да я вообще не понимаю, что происходит. Так, давайте сначала
Вы встретили Валерия Егорова во дворе. Да, этот подонок Чибисов и Валера, они не сцепились на парковке. Я забрала Валеру к себе обработать раны. Валеру? Вы как давно Валеру знаете? Да с детства мы знакомы. В одном дворе выросли. Я еще со школы в него влюблена была. Угу. А почему Валера не пошел обрабатывать раны домой? Ну, жене бы его не понравилось, что они сцепились с Чибисовым. Я так понимаю, что она еще не теряет надежды заполучить его в качестве зятя. Опустим эти подробности. В квартире что произошло? Ай. Так не жжет? Да ничего, нормально все. Жить буду. Куда ты с молодым пошел махаться, а? Ну что? Ничего не надо было делать? Он в следующий раз у тебя на голове припаркуется. Скажи мне еще, что это из-за парковки. Так я тебе и поверил. Так, ладно. Давай, отпускай меня. А то жена потеряет. Ничего, подождет. Знаешь, каждый раз смотрю на нее и думаю, как ты с ней такой живешь, а? Стараюсь поменьше об этом думать. Я чувствую, ты со своим тоже не больно-то счастлива. Не знаю, что со мной случилось, но, понимаете, в последнее время у нас с мужем никакого взаимопонимания, от слова совсем. Угу. Он у вас непростой. Мы обратили внимание, да? Ну, и я вам говорила, что Валера мне всегда очень нравился. А Валера-то что? Ничего, удивился. Но отталкивать меня не стал. Потом я оставила его. Пошла в душ. А когда вышла, Валера был уже мертв. Валера! 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 Что это все значит? Серёжа, я не знаю, я понятия не имею! Тихо! Успокойся, говорю! Рассказывай давай, что у тебя произошло-то. То есть вы хотите сказать, когда ваш муж вернулся домой, Егоров был уже мертв, да? Да. И вы понятия не имеете, кто его убил? Да я вообще сначала подумала, что он упал, ударился головой. Но Сережа мне сказал, что полиция в это никогда не поверит. Бывало у вас, Сережа-то? Ну да, он сидел. По какой статье? За избиение вроде. И тем не менее он здесь ни при чем. Я же вам повторяю, когда Сережа пришел в квартиру, Валера был уже мертв. Ну как Сергей отреагировал? Он подумал, что это я. Что Валера начал распускать руки, и я его огрела этим Некрасовым по башке. Ну, дурдом какой-то. Прямо вот бери табличку и вешай. Сумасшедший дом. Слушай, давай пока вот это оставим, ладно? Нам нужно понять, кто вынес тело на лестничную клетку и кто подбросил этот бюст Некрасова Егоровой. Это сделал Сергей. Он сказал, что иначе меня обвинят в убийстве и посадят. Ну, хорошо. А Леваков, он же этот, дядя Вася, он тоже сам умер? Нет, не сам. А как? Я не знаю, в какой момент, но Валера обронил ключи от своего автомобиля у нас в квартире. Ага. А потом дядя Вася пришел унитаз чинить и нашел эти ключи. И что? Ну, понимаете, у нас нет автомобиля. Я вообще водить не умею. А Сергея лишили прав назад за пьянку. Ну и рано или поздно дядя Вася это бы понял. Тем более, что у Валеры такой автомобиль, сложное название, язык сломаешь. Но таких в районе больше нет.
Привет, Вась. Как дела? Приветствую. Что-то случилось? Опять подтекает? Да нет, все нормально. Спасибо. Кому звонишь, Вася? А тебе не один хрен? Кому я звоню? Был бы один хрен, Вася, я бы не спрашивал. Ты прости, что все так вышло. Видит Бог, я этого не хотел. Так, это как? Так вот. Давайте еще раз. Ваш супруг убил Левакова, потому что тот нашел ключи от машины Егорова в вашей квартире, да? Да. Сергей сказал, что это важная улика. Но в то же время Егорова он не убивал. Да. Но Сергей сказал, что в это никто не поверит. Ласточкина, ну бред же, ну. Ау, я говорю, бред. Да, да. Мне надо подумать. Так, Вероника, подпишите, пожалуйста. И вот здесь, и здесь. Здесь. Угу. Я ищу тебя. Я так жду тебя. Снова и снова, будто знакомы. Ты и я, ты и я. Фидель, я не могу без тебя, ты такой красавчик. Браво! Спасибо, спасибо. Браво! Спасибо! А давай мой любимый, Федь? Федя, не уходи. Гитару береги. Федя. Оль, ты куда собралась? Мне кажется, я тут не нужна, у тебя и так все в порядке. Так я же рок-звезда. Рок-звезды должны быть поклонницы. Вот и звезди дальше, а я пошла. Оль, да погоди ты. Да я тебе сейчас руку сломаю. Ну, ломай. Солнышко, только не говори мне, что веришь этой прекрасной женщине, хорошо? Ну, если не хочешь, не буду говорить. Так, секундочку, то есть ты и веришь? Ну, зачем ей выгораживать нелюбимого мужа, подставляя себя? Кто первый подозреваемый после него? Она. Совершенно верно. О том, что он нелюбимый, мы знаем только с ее слов. Все. Вообще-то она не похожа на женщину, счастливую в браке. А как ты это определила, родная моя? Все, что она сейчас поговорила, это полный бред. Ну, бред же абсолютный. Не знаю. Я бы такие поспешные выводы не делала. Знаешь, мне нужно подумать. Вот и подумай. Дело хорошее. Головка у тебя светлая. Че, кстати, мужу подарок понравился? Не спрашивай. Не понравился шуруповерт? Эти странные нынче мужчина пошел. Знаешь, дело не в подарке. А в чем? Просто мы с Севой сейчас переживаем определенные трудности. Понимаешь? Угу. Ну и я решила все исправить. Знаешь, решила детей к маме отправить и устроить романтический ужин. Оригинально. Свечи не забудь купить. Свечи? Ага, ароматические. Ароматические. Ему понравится. Хорошо, спасибо. Ну ладно, до завтра. Пока. 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 Гриша, как дела? Я бы все давно уже сам сделал, но у меня ничего не получается. Я не понимаю, что здесь сложного? 7 умножить на 5 сколько будет?
Давай сначала ты скажешь. Ты за меня не беспокойся, ты за себя беспокойся. 5 плюс 5 плюс 5. И так 7 раз. Пальцы кончились. Смотри. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Что у вас тут происходит? Я пыталась приготовить макароны и научить Гришу считать, но не то не получилось. Ладно, Верочка, давай ты занимайся с Гришей, а я займусь макаронами. Прости, пожалуйста. Да ничего. Каждый человек хотя бы раз в жизни забывал снимать крышку с кастрюли. Лашка, ну я смотрю, ты без меня не можешь, да? Давай не будем отвлекаться. Мне кажется, я знаю, кто убил Валерия Егорова. Так. Слушаю внимательно. А скажи, ты помнишь, в квартире Егоровых... На кухне. Кастрюля на плите была в потеках. Вот. А такие потеки, возможно, если только вода вытечет из-под крышки. Ну, я в курсе. Из чего? У меня половина кастрюль такая. Не сомневаюсь. Но ты не Егорова. Ласкина, ты чего сказать хочешь? Егорова варила борщ, закрыла кастрюлю крышкой, потом отвлеклась на какое-то время для убийства мужа и пропустила тот момент, когда крышку с кастрюли надо было снять, да? Ну, да, что-то вроде того. А с чего ты вообще решила, что она отвлеклась именно на убийство мужа? Может, вообще по какому-то другому поводу? Послушай, это просто версия. Версия, которую мы с тобой доказать никак, увы, не сможем. Или ты чего, Егоровой предъявлять будешь вот эту кастрюлю с разводами? Ты хочешь, чтобы нас засмеяли все? За клоунов держали? Угу. Ладно, поняла. Мне нужно подумать. Вот. Вот это дело хорошее. Подумай, наконец. А потом перезвонишь. Разводы. Алло. Да. Привет, это твой сосед. Слушай, ну ты так никогда не встанешь. Ну, а какие у меня есть варианты? Вперед! Вперед, буквально на метр проедь и колеса выровняй. Ну, сейчас попробую. Вот. Спасибо. Вот, замечательно. А теперь колеса до упора вправо и потихоньку задом, потихоньку, потихоньку. Да не пройду я. Я вижу, что проходишь. Давай, смелее. Кажется, получается. Вот и умница. Так, проверьте показания и подпишите. Я не пойму, здесь есть ручка где-нибудь в этом следственном комитете? Я не вижу. Справа. Справа от вас. А, да. Мне кажется, я знаю, что делать. Слушайте, давайте так сделаем. Я пойду к себе. Если вы вдруг что-то найдете, вы мне сообщите, я прибегу, все подпишу, все сделаю. Это незаконно. Все улики должны быть найдены в присутствии понятых. Вы уже час в присутствии понятых ползаете, так ничего не нашли. Буду ползать столько, сколько нужно, ничего страшного. Хорошо, давайте я помогу вам найти. Что ищем? О, пылесос. Обалдеть. Мы все это время искали пылесос. Класс. Разверни. Но он сюда не поместится. Ты меня недооцениваешь. Интересно у вас работа, Ольга. Вот я это в лабораторию все отнесу, и они уже что-нибудь найдут. Николай. Угу. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Опять вы? Ага. Я надеюсь, это последний раз. Будьте добры, в машину сядьте. Господи, ну когда это безобразие закончится? Мне ведь работать надо. Ирина Анатольевна, ну а кому сейчас легко?
Мне вот после этого дела вообще помощь профессионального психиатра понадобится. Давайте, машинку. Ирина Анатольевна, я правильно понимаю, что ваши отношения с мужем сложно назвать хорошими? Особенно после того, как Чибисов бросил вашу дочь, они ухудшились. Я не понимаю, какое это имеет значение. У нас не все было в порядке. У вас, что ли, хорошо? У меня, например, все хорошо. С тех пор, как от жены ушел. Извините. Речь не о нас. Вы подозреваетесь в совершении тяжкого преступления. Что? Это возмутительно. Я понимаю, что, может быть, вы не хотели убивать вашего мужа, но... Знаете, Ирина Анатольевна, будет лучше, если вы сами все расскажете, хорошо? Мне нечего вам рассказать. Так уж прямо нечего. Мы уж 2 дня не вылезаем из квартиры Николаенко, и у нас есть определенного рода успехи. Например, ваши свежие отпечатки пальчиков на дверной ручке и на дверном звонке. А современные технологии позволяют узнать, когда именно были оставлены отпечатки пальцев. Вплоть до суток. Ну и что вы хотите сказать? Я часто хожу по квартирам к проблемным, так постоянно захожу. И Николаенко, они как раз из таких. И когда вы к ним заходили? Ну, я не знаю, на днях, раз вы говорите, отпечатки свежие. На днях. А зачем? Ну как зачем? Ну я же говорю вам, что эти Николаенко, они скандалисты, понимаете? А соседи на них постоянно жалуются, чего непонятного. А вы с кем разговаривали, с Вероникой или с ее мужем? Ой, ну я не пойму, ну и это тут при чем? Ну... Мы просто пытаемся понять, как ваши отпечатки пальцев оказались недалеко от места убийства. Я не помню. Удивительно. Вот и Вероника не помнит, что вы с ней на днях разговаривали. И муж ее, Сергей, тоже такого факта не припоминает. А я сейчас вспомнила. Так. Я заходила к ним поговорить, а их дома не было. Очевидно, на лестничной клетке сильно сквозило, и вы решили погреться у них в квартире. Отмычкой дверь сковырнули, чтобы дождаться кого-то из хозяев внутри, так? Да я не понимаю, что за чушь вы несете? Я вообще ничего не взламывала. Ну, хорошо. А как ваша контактная линза оказалась... пылесборники пылесоса Николаенко. Эксперты, кстати, могут определить, когда эту линзу последний раз надевали. У вас тут дверь открыта, да? Ты вообще, что ли, ничего не боишься? Я не пойму. Ты так домой торопишься? Ира, что ты творишь, гаденыш? Остановись ты! Я тебя сейчас придушу, гаденыш! Остановись, это все не так! Вопрос простейший. Каким образом ваша контактная линза оказалась в квартире Николаенко, если, по вашему признанию, вас там не было? А я не буду отвечать на ваши вопросы. Ваше право. Но, боюсь, к сожалению, вам это не поможет. У нас улик против вас достаточно. Да, Олег? Да. Полно. А где все?
Если ты про детей, то они у мамы. А? Что все это значит? Севочка, у нас с тобой в последнее время не все ладится. Я решила устроить романтический ужин. Только ты и я. Что не так? Дело в том, что я и сам хотел с тобой поговорить, не было подходящего момента. Ну вот, пожалуйста. Ладно, давай поговорим сейчас. Давай. Наташ, я долго думал, что между нами происходит, и пришел к выводу, что каждое отношение имеет свой срок. И срок наших отношений подошел, к сожалению, к концу. Я понимаю, это жестоко звучит, но ты больше не вызываешь у меня никаких эмоций, а мне это необходимо. Наташ, ты изумительная женщина, ну, как есть. Сева, ты что такое говоришь, Сев? Я не смогу быть счастливым рядом с тобой, а если мне будет плохо, значит, будет плохо его. Подожди, может, у тебя кризис, и он пройдет? Я тоже так думал, но этот кризис затянулся, это уже не кризис, а патология какая-то. Подожди, а дети? Ну, я не на другую планету уеду. Сниму квартиру, буду к вам приезжать. Ну, ты просто объясни, что не так. Я не знаю. Все не так. Ну, давай сядем, поговорим. Нет, я все решил. Сев, может, ты... Может, ты с ума? Я не сошел с ума. Поверь, мне тоже нелегко. Мне очень жаль. Пойду соберу вещи.